Сейчас наша сестричка поведет молитве и расскажет пару свидетельств. И также будьте готовы каждый здесь во время этой молитвы получать свое чудо. Слава Господу! Я хочу начать со свидетельств. Одно интересное свидетельство. У нас в коридоре верующие люди приносят, христиане, приносят вещи, которые бы хотели другим благословить. И в гостях у нас была женщина из Украины, из сельской местности, которая увидела для одной бабушки одежду. Вот она подходила, она красиво выглядела, и она взяла на столе эту одежду. А бабушка эта нуждалась в исцелении. У нее был псориаз полностью, 80% кожи покрыта, и псориаз был на внутренних органах, на слизистой. И когда она принесла эту одежду, бабушка одела, в течение недели полностью очистилось тело. Псориаз у женщины был 50 лет. Псориаз она терпела 50 лет, и постоянные были больницы, все. И она, и всякая боль, всякая проблема, она просто исчезла. Мы даже не молились в коридоре за те вещи, они просто лежали в Божьем месте, в Божьем присутствии, сила Божья, она находилась на этих вещах. Подожди, получается, они не на столе были, а там, в коридоре. Они были в коридоре, да, даже не в зале, нет. Друзья, представляете, что делает присутствие Господа? Везде, на всех местах, где вы находитесь, просто пейте, ешьте этот хлеб исцеления. Давай дальше что там. Дальше, что было, она полностью здорова. Бабушка в возрасте полностью здорова. Она просто, ну, эта женщина сказала, она говорит, молодой стала. Она внешне говорит, она от болезни была настолько старше своего возраста выглядела, что она говорит, она как молодая женщина выглядит. И говорит, она самый счастливый человек, и все село слышит ее свидетельство. Потому что в селе друг друга знает. Целое село – это свидетели этого чуда. Слава Господу нашему, только Он может это делать. И есть еще интересное свидетельство, продолжение. Мы уже свидетельствовали о нем. Одна женщина, дочка одной женщины, ходила к нам в церковь, и у нее дома лежала в аптечке помазанная ткань, елей, вода. И ее мама заболела онкологией. Поставили онкологию в последней стадии, диагноз. И ее положили в онкологию, где она верующий человек, ее мама тоже, где они молились вместе. Она провозглашала свое исцеление, но ничего не происходило. Когда она лежала, проходила серию химиотерапии, она познакомилась с женщинами в палате, которые были из этого же города и у которых тоже была последняя стадия рака. Каждый проходил свое лечение. И за то время, пока они находились в больнице, они подружились между собой. Они стали близки, делились вещами разными из своей жизни, те, которые самые ценные, самые важные, подчеркивая. Когда они все разъехались, они поддерживали контакты друг с другом и решили сделать одну встречу у кого-то дома, просто с чайпитием. Не у кого-то, у верующей женщины дома. С чайпитием. Последний раз понимаю, что они потом, они уйдут на небо. Они уже на этой земле не будут. И вот во время чайпития эта мама, она вспомнила, эта женщина, о том, что у нее лежит помазанная ткань. И она в заварник с чаем, который они пили, она просто положила эту ткань. И они попили этот чай, веселились, радовались, насколько это было возможно. В течение недели первые три женщины из пяти, они получили полное исцеление с медицинским подтверждением. С медицинским подтверждением, друзья. Со справками, то есть врачи полностью подтвердили. Две женщины за эту же неделю, они перестали испытывать какую-либо боль, и у женщин, у которых были раны, раны затянулись, но им нужно было дольше сделать анализы. Анализы прислали, они полностью, все пять полностью получили исцеление. От одного кусочка 3 на 3 сантиметра ткани. И мама это, когда она заваривала, она просто говорит, последняя капля, может быть, последний шанс. И Господь просто явил огромное чудо. Причем четверо из этих женщин, кроме этой женщины, они были неверующие. Они слышали о Господе, но не до конца даже за чаем, когда сидели, они не принимали. Они сейчас все с Господом. Они сейчас все пошли в церковь. Они живое свидетельство славы Божьей в том городе, где они находятся. И Господь являет чудеса через них. То есть они стали сейчас молиться за других, к ним стали обращаться. Вернее, они не планировали этого. К ним подходят и просят, помолитесь за нас. И сейчас исцеление движется дальше. Господь могуществен. Аминь. Мы сейчас ободряем зрителей, мы сейчас будем молиться за вещи, которые здесь в церкви, и мы ободряем вас, приготовьте вещи у ваших экранов, для того, чтобы мы могли помолиться сразу и за ваши вещи. Слава Господу! Давайте встанем.
Смотрите, целый стол. Я такого стола у нас еще не видела. Это как пир целый. Это все люди. Это все предметы, инструменты, которые будут прикасаться к людям, каждому из вас, к вашим родным, близким, друзьям. Давайте просто протянем, как церковь. Мы имеем силу Божию, мы имеем силу Духа Святого. Господь, мы прямо сейчас высвобождаем силу Божью на каждый из этих инструментов, на одежду, на жидкости, на ткани, Господь, на фотографии, на записки, и мы провозглашаем жизнь. Пусть придет жизнь в эти тела. Пусть придет дух жизни в эти тела во имя Иисуса Христа. Мы благословляем и провозглашаем исцеление, восстановление, прорыв, воскрешение. Господь, мы благодарим Тебя за то, что те, кто не знает Тебя, познают Тебя. Откроется им, сила Твоя коснется и неверующих во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И мы ободряем всех вас. В августе месяце Господь нам сказал, что Он высвободил целую армию ангелов исцеления на постоянную дислокацию. Я думаю, Он говорил не только о нашем месте, нашей церкви, об Украине также, потому что наше служение должно быть практичным. Оно не должно быть просто, знаете. Когда я сегодня ехал на служение, я слышал слова от Господа. Недостаточно слов. Недостаточно слов. Покажите меня. Вот что я слышал. Покажите меня. Иисус, Он показывал Бога. Поэтому нам нужно показывать Бога. Аминь. Я ободряю те люди, которые здесь положили. Дома испытывайте, проверяйте. Бог будет действовать. Он незамедлительно будет действовать. И даже когда кому-то приносите, перезваниваете и спрашиваете, работает или нет, продолжайте благословлять, молиться, вы увидите действие. Божьи инструменты всегда работают. И через одну минуту мы посмотрим одно видео сейчас. И это для того, чтобы совершить правильную молитву. И мы с пасторами помолимся о команде, которая приехала из Польши, о пасторах, которые здесь. Мы помолимся, потому что это видео, это в эту тему. Всего одна минута. И мы помолимся о том, чтобы, знаете, чтобы гореть для Бога. Потому что это видео – это призыв ко всем нам, что нам действительно нужно. Давайте, ребята, посмотрим и по теме этого видео помолимся. Только Дух Святой может сделать тебя горящим. Пришло время для тебя и твоей семьи гореть огнем Святого Духа. Прими огонь, и множество людей придут посмотреть, как ты горишь этим огнем. В этом огне ты найдешь то, что хотел увидеть много лет. Чудеса, помазания, души, силу. Поднимись вверх на крылья Святого Духа, и ты увидишь нации, которые Бог приготовил для тебя. Пришло время для перезагрузки отношений с Господом. Приходи, потому что твоя жизнь и твое служение должны быть в огне Святого Духа. Не откладывай это на завтра. Служения будут проходить по адресу Киев, улица Дружковская, 10. Подробности на наших сайтах благословен.com, imbf.org. Итак, послание. Пришло время гореть для Бога огнем Святого Духа. Аминь. И давайте поднимемся, мы совершим короткую молитву. Помолись, пожалуйста, за зрителей, которые приготовили вещи. Потому что мы попросили, чтобы они приготовили вещи. И мы напоминаем, нас смотрят тысячи людей, и мы получаем много свидетельств. Прямо дома, возле экранов телевизоров, появляются новые органы. Вы слышите? Не просто головная боль уходит, новые органы появляются у людей. Невероятные чудеса происходят. И давай прямо сейчас молиться. Давайте мы к камере тоже протянем руки, как да, церковь. Давайте все, да, потому что там есть люди, которые Господа. Не могут по финансам, по физическому состоянию приехать. Господь, мы благословляем. Мы благословляем каждого человека. Мы благословляем всех, кто находится прямо сейчас у экранов. Господь, мы благословляем и мы провозглашаем полное восстановление.
полное обновление во имя Иисуса Христа. Мы прямо сейчас благословляем все вещи, которые сейчас находятся возле вас, возле ваших экранов. Мы высвобождаем силу Божью во имя Иисуса Христа. И мы говорим жизнь, движение жизни в этих телах во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за сильные инструменты, которые будут идти дальше к другим людям, которые понесут к больным, которые понесут к мертвым, которые понесут, Господь, несвободным. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твое имя будет прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Теперь, знаете, мы хотели бы специальную молитву совершить по вот этой теме за пасторов и первых лидеров, потому что мы чувствуем, что Бог что-то большое начал делать, и мы хотим в этом участвовать. Поэтому вот, если вы пастор или первый лидер, миссионер, лидер служения, можете выйти вперед. Мы, наши пастора, мы помолимся за вас, потому что среди нас есть наш благословенный друг Дэн Слейд, он носитель огня и пробуждения. Только, пожалуйста, это не молитва за всех, только за пасторов и первых лидеров. Хорошо? А они уже передавать будут дальше. Вот. И также команда из Польши, которая приехала. Вы тоже все лидеры, я знаю. Пастора тоже выйдите. И мы совершим эту молитву, потому что, друзья, Бог что-то делает очень сильное. И я слышу это снова и снова в своем сердце. Иисус не просто рассказывал об Отце, Он показал Отца. И приходит время нам гореть для Бога и показать Бога, какой Он есть. Давайте все протянем руки, хорошо? Потому что это ключевые люди. Потому что если они будут гореть за ними сотни и тысячи. Если они будут гореть, то будут вокруг них все гореть. Они очень ключевые люди и важные для Господа. И даже то, что они здесь, это чудо. Потому что они приехали сюда, в маленькое место, для того, чтобы принять огонь, принять благословение. И давайте, наши пастора, наши старшие служители, кто молится, выйдите, пожалуйста, все, кто у нас имеет эти бейджики, им... Мы возложим руки и будем молиться. И будет молиться пастор Дэн Слейд, пастор Валерий. И пастор Валерий и другие наши служители, выходите. Это старшие служители, помощники пасторов. Пастора наши там уже молятся. Мы возлагаем руки. И давайте все в зале молиться. Господь, благодарим Тебя за делателей. Благодарим Тебя за делателей. Благодарим Тебя за людей, которые понесут славу и силу. Благодарим Тебя, что мы будем не только слова нести, но слова, на которых будет сила Твоя. Чудеса и знамения будут сопровождать эти слова. И мы говорим, высвободи, Господь. Высвободи эту армию, армию, Господь, служителей, которые действуют не под флагом какой-то организации, но под Твоим знаменем, под знаменем любви. Мы вас благословляем, мы высвобождаем вас во имя Иисуса Христа. И мы просим в согласии всей церковью, чтобы пришло ускорение, пришел прорыв. Во имя Иисуса пусть придет этот новый сезон. Неважно, где вы были, но мы говорим, пусть придет новый сезон, пусть придет переход на новый духовный уровень. И мы говорим, прорыв во имя Иисуса, духовный подъем во имя Иисуса. Пусть все сдвинется во имя Иисуса Христа, что стояло на месте. Пусть сдвинется во имя Иисуса Христа. Пусть всякие твердыни упадут. Все, что вам мешало на вашем пути. Все, что выстроил дьявол. Давайте все скажем. Пусть все это будет разрушено. Всякая работа дьявола против вашего служения. Пусть будет разрушена во имя Иисуса. Мы высвобождаем огонь Господа. Мы высвобождаем огонь Господа. На всякую работу дьявола против вашего служения. Против вашей жизни, против вашего здоровья, против ваших семей. Все, что дьявол высвободил против вас, мы это разрушаем во имя Иисуса. И говорим, больше ничего не будет сдерживать. Во имя Иисуса примите прорыв, примите прорыв, примите прорыв. Новое время, новое время, новое время. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа.
Я также молюсь за всех лидеров, пасторов, кто нас смотрит сейчас по всему миру. Я говорю, примите прорыв, примите этот вызов. Это время гореть для Бога. Это не время гореть для организации. Это не время гореть для своих амбиций. Это время гореть огнем Святого Духа. Именно так люди увидят этот огонь. Огонь Божий на нас, когда мы будем гореть для Него, не ради людей, ради Него. Примите, примите этот вызов. И Святой Дух готов. Он готов каждого здесь, в этом месте, наполнить. Он готов каждого зажечь. Если вы жаждете, просите. Я хочу гореть огнем Святого Духа. Я хочу гореть для Тебя, Господь. О, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Пришло время не только говорить, пришло время показывать и являть Бога. И можно группу прославления. Начинайте петь сейчас. Пока мы будем пропитывать этих людей, начинайте петь просто. И потом будет проповедовать Дэн Слейд. Вот мы сейчас присоединимся вместе. А те, кто возле сцены, постарайтесь, не уходите. Мы вас будем пропитывать сейчас. Служителя, мы вас будем пропитывать сейчас. Ребята, быстрее, 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 быстрее. И мы давайте попросим, чтобы и в зале, и везде, чтобы сила Духа Святого накрывала нас, чтобы сила Духа Святого касалась нас, когда мы будем петь эту песню. Вот, пусть слабые получают силу. Давайте вместе молиться. Господь, это наша молитва. Когда мы будем петь, когда мы будем поклоняться, пусть слабые получат силу. Вы молитесь? Я вас не слышу. Давайте просить, Господь, пусть люди, которые имеют зависимости, будут освобождены. Когда мы будем петь, мы просим, чтобы Твои ангелы вышли на задание, чтобы они сняли всякое ярмо, всякое бремя с нашей шеи. Господь, пусть упадут всякие, всякие долги, упадут всякие стены, которые построил дьявол во имя Иисуса. Давайте скажем, мы приглашаем Тебя, Дух Святой. Когда мы будем поклоняться, когда мы будем петь, мы приглашаем Тебя, чтобы Ты совершил чудеса в наших жизнях, с финансами, в семьях, в бизнесе. О, во имя Иисуса! Мы просим Тебя, Господь, когда мы будем сейчас петь и поклоняться, пусть рак будет исцеляться, пусть будут происходить чудеса, новые суставы пусть появляются. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! И давайте ожидать. Я верю, что будут происходить чудеса, когда мы будем сейчас вместе поклоняться Богу, потому что ангел Его на задании, и сила Его здесь. Просто закройте ваши глаза, откройте ваше сердце, поднимите Господу руки и просто принимайте. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, Господь, мы верим. Мы народ, который верит. Мы принимаем. Мы принимаем во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, пусть сила Твоя движется, и пусть каждая болезнь будет удалена сегодня, и каждое рабство пусть будет разрушено. Во имя Иисуса. И пусть слабые получат силу, особенно служители, пусть получат этот заряд, загрузку с неба. Мы просим, дыши на них, дыши, загружай в них, Господь. Новое, новое, чтобы когда они возвратились и вышли к кафедре, вышли к микрофону, вышли к молитве, что-то произошло, что-то новое произошло. Аминь. Давайте вместе поклоняться и принимать в это время. Кто впереди, если вы почувствуете, что вы уже приняли, можете возвращаться. Если вы еще хотите, оставайтесь, мы будем молиться. Чувствуйте свободными. И давайте все поднимем руки Господу. Господь, мы принимаем огонь пробуждения, огонь обновления. Во имя Иисуса мы принимаем, мы принимаем, принимаем. Мы готовы.
готовы, Господь! Мы готовы, Господь! Пробуждай нас для себя, для Твоего Царства! Пробуждай нас для исцелений, освобождений, спасения душ, воскрешения мертвых! Господь, пробуждай, 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 пробуждай! Больше, больше изливай! Во имя Иисуса и все, кто верит, сказали «Аминь». Аминь, аминь. Присаживайтесь, благословенные, присаживайтесь. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Всемогущий. Мы любим Тебя, мы любим то, что Ты делаешь. Мы благословляем Твое святое имя и обещаем Тебе воздать всю славу. Пусть этот мир изменится, и мы эти люди, которых Ты можешь взять и использовать, как Тебе хочется. Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь! Аллилуйя!